Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Caramba, galera. Ai, minha vista. Que começo foda, hein? Bem-vindos a mais uma gameplay de metrô, galera. Vambora. Quem são esses caras aí? Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Me salvaram, mano. Parece o Khan esse maluco aí. O Khan é mais velho. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. А, eles vão me levar até o Miller. Cara, que eu tenho que chegar. Aí. Так, двинули к броневику. Caramba, galera. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. Вамбора. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. O personagem Artyom tá sempre sendo salvo pela cagada, mano. Ele nunca consegue sozinho se livrar. Ele sempre é salvo por alguma coisa. Isso é tão legal, mano. Esses deus ex machina que tem no jogo são interessantes. Vambora. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Окей, ele mandou ficar na turret. Vai ser mais difícil me ver aqui em cima. Мы стараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Окей. Vamos tentar ficar tranquilo. E se tudo for pro inferno, a gente atira. Vamos buzinar. Abre aí, maluco. Aê. Eita porra. Ó os nazis, mano. Ó os caras. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. И королю. Стоять! Тревога! По машинам! Beleza. Meu Deus do céu, mano. Mas
quase que a gente morreu aqui, cara. Meu irmão. Metralhador esquentou. Caramba. Eu vou morrer? Cara, que tensão, galera. Puta merda. Um tanque! Como é que luta contra isso? Tempo, os inimigos são muito rápidos. Morreu. Nossa, que lugar é esse? Uf! Еле проскочили. Caramba, mano. Mano, como a gente conseguiu? Não tem ideia. Caramba, mano. Tiroteio da porra. Vambora. Isso é metrô, galera. Um tanque no meio do trilho e a gente passou com um carrinho desse. Vambora. E aí, amigo, como é que você tá, hein? Eita porra, que é o crânio dele. Ih, mano. Chegamos. Depósito. Que lugar é nашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку Beleza. Снесет! Tem que tomar cuidado aqui. Ou a gente atira, ou a gente abaixa. Да уж. Шутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку.
Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артём! Дрезина, закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Носа снял. На правом! Прячься за броней! Mano, não morreu o cara? Mano! Quantidade de inimigo, cara! Caralho! Vamos de novo. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Кончидать еще немного, как? Там кто-то есть. Ах, сними его, Артём! Мы прорвемся! Начинается. На правом! Прячься за броней! Молись, чтобы мы не застряли. Boa, passamos. Caralho, o cara morreu. Nossa, pensei que o cara tivesse morrido. Nossa senhora, mano. Essa parte é fodida, hein? Caramba, mano. Quase que a gente foi pro buraco ali. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Фигу. Что это? Ау! Мутантская дрожь. Nossa, atropelamos eles. Держись! Nossa, cara. Quase deu tudo errado. Господи, да это же депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Нос. Депósito de trens, mano. Ferrou. Pariu. Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся!
Nossa, fudeu, mano. Tensa, cara. Não é pra frente, né? Por aqui. Meio óbvio que é por aqui. Consegui munição. Uai, não era aqui não. Não, a AK é muito melhor. A AK eu não vou trocar nunca, mano. Melhor arma do jogo. É pra cá? Acho que é pra cá. Ah, pronto. Caramba, galera. После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai fazer essa defesa e ver o que rola, beleza? Muito obrigado por ter assistido aí. Falou.